Можем. Так. Она не хотела вывозить Толю из больницы, потому что он был слишком плох. Но Захар мог прийти в любую минуту, потому что поэтому мы и должны были бежать из больницы, понимаете? Кто может вывести человека больного из поликлиники? Только врач. Она знала все запасные выходы. Плюс она вечером обещала нам принести обезболивающие. Сколько раз можно вам это рассказывать? Столько, сколько нужно. А что ты делал для Захара? Помогал. Захар – рукавицы. 1063 год рождения, срок за убийство, два срока за распространение. Чем ты ему помогал? Бабушек через дорогу переводил. Может, наркотиками торговал? И денег не отдал. Послушайте, если я арестован, мне полагается адвокат. Разве не так? Да меня арестовывать-то вообще не за что. Я больше ни о чем не сижу. Все. Завязал, по-моему.